Свыше двух десятков человек были арестованы в Иране. Их подозревают в связях с теми, кто подготовил и совершил теракт в Ахвазе в минувшую субботу. О задержаниях сообщается со ссылкой на информационное агентство «Тасним». По прибытию в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН президент Рухани, не упоминая о действиях правоохранителей, заявил, что его страна стремится к миру, что готова вести переговоры и что настоящим лекарством, как он сформулировал, от ксенофобии, расизма и насилия остается диалог, терпимость и демократия. Тем временем в самом Ахвазе прошли похороны тех, кто погиб в теракте. Среди них есть военнослужащие из подразделения Стражи Исламской Революции, женщины и дети. И, как подчеркивается, инвалид, жертвам были отданы государственные почести.